Будничный вечер во дворе дома по улице Кирова, 10, ознаменовался ярким и веселым событием. Здесь открывали новую детскую площадку. Церемония собрала маленьких и взрослых жителей микрорайона. Дети с радостью опробовали качели, а взрослые с гордостью радовались, что у их чат наконец появилось место, где они могут спокойно играть. Дети сейчас пристроены, есть чем заниматься, не бегать по дорогам. А сейчас они все будут здесь под контролем, на местности, как бы. Довольно приятно это и удобно для нас, для родителей. Установка комплекса с горками, качелями, турниками и брусьями – инициатива жителей микрорайона. Наталья Любицкая, идейный вдохновитель этого проекта, рассказывает, что за последние полгода главная тема разговоров в кулуарах двора – где играть и отдыхать детям. Активная жительница, долго не думая, пришла от слов к делу. Стоит отметить, что впервые в Артемовском городском округе детская площадка установлена на средства своих жильцов и при активной поддержке местных и краевых депутатов. Я просто мысль объединила всех. Есть определенные люди, которые давно об этом думают, у которых есть дети, и они, в принципе, быстро эту сумму собрали. Как только начали устанавливать, так уже начали ходить вокруг дети. Я думаю, они так и будут сюда ходить. Причем все. У нас большая округа, где нет площадок. Дом уже долго стоит, а площадки все нету и нету, как-то грустно. Раньше как-то дети играли, было шумно, а сейчас как-то, сейчас площадку построили, теперь в окно выглядишь, это дети играют, как-то радостно. Строительство детских площадок всегда было в приоритете у местных властей. В прежние годы на их возведение выделялись деньги из местного бюджета. Также в этом деле городу помогали народные избранники. Совместными усилиями построили 62 площадки. Сегодня городской администрации разрабатывается проект-программа по устройству детских площадок, по которой предполагается, что 30% от общей суммы будут платить сами жильцы, а остальные 70% софинансирует муниципалитет. Пока программа проходит этапы согласования, дети по улице Кирова играют в новом игровом комплексе. Максим Шпак, Денис Надельный, Светлана Нурик, городские новости.